На татами лучшие, сильнейшие кудаисты страны снова в нашем городе. Всероссийский турнир на призы губернатора региона в Иванове проходит уже в пятый раз. У нас самые лучшие бойцы страны сейчас приходят на наши соревнования, потому что уже имиджевая составляющая уже доказала, что Иванов может достойно принять спортсменов со всех регионов, то есть условия проживания, условия самой организации нашего турнира. Уровень, он уже самодостаточен, но сейчас он и улучшается, продолжает улучшаться, то есть ваши организаторы, хозяева турнира постоянно работают и с представителями власти областной и городской, используют свои возможности личные. Вот сейчас мы уже находимся в совершенно другом качественном зале. Это высокий потолок, наличие трибун, замечательное покрытие для выступления, электронные табло. То есть качество турнира тоже растет. Турнир вырос и качественно, и количественно. На этот раз более 200 кудаистов из 10 регионов сразились за звание победителя. Кроме наград, на кону почетные спортивные звания. За первое место бойцу присваивают мастера спорта. Для развития массового спорта, для того, чтобы наши дети могли свое время занимать именно вот такими интересными силовыми видами спорта, конечно, проводить соревнования в регионе нужно. И, конечно же, в первую очередь, чем выше статус этих соревнований, тем почетнее участие в них. Иваново представляют 20 спортсменов разных возрастов и уровней подготовки. На своей земле оплошать нельзя. Домашний всероссийский турнир как бы подведение итогов работы спортсменов и тренеров за полугодие. У нас ребята и на мировом уровне успели уже выступить, заявили о себе. То есть это у нас был Кубок мира в Индии, где у нас земляк, легендарный спортсмен Эдгар Калян занял достойно первое место. И также сейчас у нас на той неделе проходил чемпионат России в Москве, где тоже сам ученик наш Аркадий Александр тоже стал достойно вторым, то есть занял второе место. Для тех, чей звездный час еще впереди, турнир – важная ступень на пути к спортивной вершине. Илья – воспитанник Ивановской школы кудо. К соревнованиям готовился несколько месяцев. Победил благодаря упорству и потому, что был не один. У меня отличный тренер Эдгар Калян. И лучше его, наверное, нету. Я очень много тренировался. У меня сестра, отец очень хорошо надо мной работали, заставляли. По итогам первенства ивановцы собрали урожай наград. В копилке нашей команды 6 золотых, столько же серебряных наград и 1 бронзовая. Лучшим бойцом турнира также стал кудаист из Иваново. Наталья Бутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.